Вот эту нашу дайте, вот. Ага, вот эта. А моя вот она. Спасибо большое. Серенькая такая вот. Вещей немного, больше двух сумок на одного и не встретишь. Времени на сборы было мало, да и большой багаж не унести. Так что с собой самое необходимое. Как говорится, что необходимое? Всю квартиру то не увезешь. Ну, правильно, да. Ну, а вы сами откуда? Именно с Донецка. 9 часов утра, как говорится, можно сказать, чуть не с-под квартиры вышли. На вокзале приезжающих на автобусах беженцев встречают волонтеры. Их задача – рассадить по вагонам, помочь донести вещи и проконсультировать по всем вопросам. Там будет у вас все организовано. Выплаты ваши, ваша встреча, школа будет организована. А как нам? Едят в школу. Еще что, кроме Белгорода? Ничего. Поезд идет в Белгород. Этот состав отправляется в Белгород. На нем из Ростовской области уезжают около 600 беженцев. В основном это люди, которые прибыли в наш регион сегодня. Местной связью обзавестись еще не успели, так что близким передают весточки о себе через телекамеры. Не могу Донец дозвониться до дочки. Она уже 15 смс-ок прислала. Все нормально, Лиля, все в порядке, я в Таганроге. Сейчас в Белгород поедете? Поедем в Белгород. У многих в России есть родственники, так что в планах добраться в итоге к ним. В Краснодар, Москву, Воронеж. Кто-то остается на вокзале, чтобы своим ходом отправиться к близким и друзьям, а кто-то стартует уже из Белгорода. Встретили на границе, провели, помогли, подсказали. Все очень мило и здорово. Ребенок вообще воспринимает это как приключение. Как тебе? Отлично! Вообще хотелось бы добраться в страну Челябинска, нас там ждут в гости, но, видимо, не судьба. Сейчас будем думать, куда поедем. Ну, как вам вариант в Белгороде? Челябинск. Почему бы и нет? В конце концов, потом можно будет добраться куда угодно. Следующий ЖД-состав едет в Пензу, а вообще на сегодня запланирован 21 поезд в разные регионы страны. Виктория Щутинина, Юрий Лешко, Первый Ростовский.